Дорогие женщины, дорогие слушательницы моих лекций, я сердечно поздравляю вас с 8 марта, с вашим женским днем и желаю вам счастья, любви, здоровья, возможности достижения ваших целей, которые вы себе поставили, возможности жить счастливой семейной жизнью, иметь хороших детей, а также мира на земле, на которой вы живете. Будьте счастливы. Всего вам доброго. Спасибо вам большое, что вы слушаете мои лекции и призываете активно к этому ваших подруг, знакомых. Спасибо вам.